мало того, что вы делаете свою жизнь ярче, интереснее, красивее, содержательнее, вы еще подаете замечательный пример миллионам других людей. Продляете себе жизнь, делаете жизнь более качественной, содержательной. Спасибо вам за это большое. У нас в гостях президент Международной хоккейной федерации господин Фазель. Поприветствуем его. Спасибо ему большое за то, что он не только развивает профессиональный спорт, но и уделяет такое большое внимание любительскому, в данном случае в России. Спасибо вам большое. Господину Рене Фазелю. Каменский, первая тройка нападения у команды легенды хоккея. Первая пара защитников. И вот тут же шайба. Посмотрите, тут же шайба на дальней штанге. Путин здорово бросает. И ничего Вратаренко тут сделать не сумел. Вячеслав Фетисов в центр. Ой, классный пас. И бросок. Это гол. Это хет-трик Владимира Путина. Пока у легенды. Были матчи, что и другие. Ребята очень результативно действовали, но пока Владимир Путин взял на себя инициативу просто.